Ага, запищало колесо. Что случилось? А случилось то, что мы его спустили. Ну, а вот так работает система ТПМС. Поднимаем машину, снимаем колесо. Есть зимняя резина. Ну, такая не беды. Так, и вот сюда сейчас надо поставить датчики, чтобы снять резину. Нужно взять парочку струбцин, а лучше три, и отжать вот эту резину здесь. Так, ну я не покажу, как это делать, а покажу, когда уже будет оторвано. Все, вот так вот струбцинами поджимаем, отрываем. Тут у меня она уже на гермете сидела. Так. Затем прижимаем вот так струбцинами резину с двух сторон. И вот он, свободный доступ. Надеваем головку. Отрывать колесо лучше где-то сбоку, чтобы не повредить. А потом уже оторвать здесь. Так, откручиваем. Открутили. Достали. Достали. А, доставаться оно не хочет, значит, еще чуть-чуть поджали туда. Или здесь винтик можно. Ну, не стоит его выворачивать. Сейчас еще чуть-чуть подожмем. Выжали больше, и он сам туда выпал. Все. Теперь берем другое колесо, вставляем в другое. Вот здесь прокладочки. Резиновая, алюминиевая. Здесь резинка. Упс. Теперь взяли это колесо. Омский газмяс. Также оторвали. Срезали вентиль. Так. Вставили, прикрутили до небольшого сплющивания вот этой резиночки. Чуть-чуть она сжалась. Все. Ну а дальше здесь промазать герметиком можно. У кого не очень хорошие диски. Я обычно всегда смазываю. Хорошие, нехорошие. Потом не спускает, а то вечно, блин. Вот стояли эти, не на сотую не спустили за лето. Сейчас вот эти вот на зиму поставим. Итак, силиконом промазали. Можно даже его обычный санитарный макрофлекс. Раз, берем компрессор, вот такой вот, безмасляный, обязательно безмасляный, чтобы не попадало масло. Вот. Шутка. И качаем, вдуваем туда воздух. Двумя мне руками неудобно одной задувать, поэтому... Так, ну вот. Слегка поддули. Компрессор работает. Смотрим. Давление можно смотреть здесь. Так, он срабатывает вот так. Стоит по нулям пока. 1,7 показал. Маловато будет. Поддуем еще. Итак, температура у нас 7 градусов в колесе. 8, 2,3. В принципе, нормально. Когда оно остынет до 0,6, до 6 градусов, до 5, оно станет 2,2, но можем чуть-чуть спустить. Так, вот так вот мы спускаем.
как только коснется. Оп, перебор. Многовато, значит, чуть-чуть надо добавить. Так, все сделали, нужно нам давление вот уже в заднем 2,3. Ну, оно примерно 2,2-2,3. То есть каждый по-своему делает. Я, допустим, делаю такое. Больше давления, меньше расход. Резины нам не жалко. Так, и все, вытираем. Вытираем силикончик и смотрим. Ставим колесико. Конечно, желательно его отвести на балансировочку. Если вообще нужно, нужно. Обязательно даже. Ну, посмотрим. Поедем, посмотрим. Как-то вот так вот. Всем удачи. Да, забыл еще сказать. Потом берем вот так вот чуть-чуть растворителя. Капаем сюда. Вот так вот. Когда оно грязное еще. Берем обувную обычную щетку. И растираем этот весь силикон вот так вот. Вот так вот. После чего колесо становится чистенькое. Чистенькое. Черненькое. Покрытое, можно сказать, пленкой силикона. Вот. Ну, в диск желательно не наливать. Вот так. О, вот какое оно черненькое стало. Красивое. Да? И все белое ушло. Все. Вот готовальня. Готовое колесо. Ставим на машину.